И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Карта называется «Забытое убежище». Ребята, мы эту карту не смотрели, не знаем, надеюсь, будет страшно. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, так, ну тут кровяк, одушек, все нормально, пойдем. А мы друг друга можем проходить сквозь? Да, а, это смотри, кто хорошо сидит, это не твой сосед? Смотри, челик сидит. Ребят, откуда ты тут взялся? Я не знаю, вроде не было, когда мы проходили. Да, не было. Оказывается, сидит, ну ладно. Ну вообще, конечно, смешно, ладно, пойдем. Он исчез! Да? Да, смотри. Вообще-то мы должны были бояться его, но не, я испугался его, если честно. Он такой... Кстати, то не челик, то кукла была. Это кукла, да, какая-то. Полукукла, полу... Димас, глаза видишь впереди? Нет. Там были глаза красные. Не знаю, что с этим челиком произошло, но что-то ужасное, если честно. Ух ты, лобухины! О, Димас, ты видел, там ведьма стояла? Старуха какая-то была, страшная. Блин, иди ты вперед, ну нафиг. Будем по очереди скримеров ловить. Ребята, наконец-то научились делать офигенный хоррор в горе. Давай, иди. Давай, несы. Нормально, это просто куколка маленькая. Ну да, у нее зубки такие веселые, но ничего страшного. Может, надо жмякнуть на нее, не? Чем? Не знаю, пальцами. Идем сюда. О, это мастерская какая-то. Иди. Я немножко... Да что меня бьет по голове? Мастерская зубов, Дима, здесь зубы ремонтируют. Что-то потемнело, там было светло, уже темно, да, стало? Бензопила, болгарка. Что это? Да. Так, тихо, слышишь? Да, что-то скулит и воет. Нас закрыли. А вот смотри, надо взять вот эту штуку. Резальщик. Не? Резальщик. Не берет. Что делать? Может, стулом разбить? Может, стекло надо выбить, нет? Я тоже так думаю. Так, Димас, мы заперты в каком-то ужасном месте. Опа, посветлело. Да. А что это так? О, можно выйти. Ух ты! Чё там? Куда челик был? Страшно, да, что-то было? Ну, пойдем дальше. Такой монстр. Тут, кстати, новые такие прикольные модельки сделал разработчик. О, вижу, глаза красные. Смотри. Видел! Ах ты, Ла! Ты видел? Да, я видел. А, Димон, лифт. Нет, не рабочий лифт, не рабочий. Будем делать сейчас, чинить. Во! А, смотри! Это камеры, можно было следить тех, кто тут находится. Это психушка какая-то, что ли, или нет? Это вообще какая-то дурка какая-то. Пойдем отсюда. Я боюсь, сейчас нас... Не сыка, я так 100 раз сделал. Че, по кругу обошли, что ли? Такое место заходил 100 раз. Так, давай обратно. Видать, что-то мы должны были открыть. Нам сюда. Да, вот нам вот сюда вот нужно. Именно. Иду. Так, Димончик, сейчас что-то будет, я готов. Тихо, землетрясение, Димас, аккуратней. Тряпка, чьи-то трусы сейчас сохнут. Так. О, пойдем, Димас. А, Димон, смотри, камеры стоят, за нами следят. Мы потом найдем комнату, где куча камер стоит. За нами не только следят. О, тряпка. Так, Димас, ты зашел вниз, да? Да, я тебя жду, давай. Давай. Классно, да, сделано? Красиво очень. Джунгли какие-то, пойдем. Опа, челик лежит. Ну, ему, наверное, нравится. Опа! Блин. Слабо. Давай жестче. Дерганый стану от этого. Смотри, еще Костяшкин лежит. Димас, попробуй возьми ключик. Что получится? А что это за рука? Привет, мужик. Я думал, Димас тебя схватит рука и утащит куда-нибудь. Не-не-не. Значит, этим ключом мы можем открыть какую-то калитку. Блин, тут такие опыты ставили, вообще жесть. Это она. Нет, не она. Нам наверх, Димас, пойдем. Пошли. Походу мы открыли, наверное, какую-то дверь. Интересно. Ох ты, да! Опа, там еще какой-то чел был за калиткой. А мы тут были? Нет, мы здесь не были. Фоткай все. Фоткать? Блин, куча камер стоит, за нами следят. Фотографировал. О, может, сюда надо зайти? Ой, тут канализация. Давай не будем. Я вниз, Димон. Давай не будем, Димас говорит, давай вниз. Оп. Так, а вот здесь, кстати, опаснее намного, чем вверху. Классно, здесь очень атмосфера. Монтировку нашел, мне дали монтировку. Красавчик. Теперь буду открывать дверь. О! Ты хороший хоррор, ребят. Мне нравится, ребята, это точно лайкосик заслуживает. Кстати, карта весит 52 мегабайта, для хоррора это много. Да, согласен. Еще один ключик. Слышишь, девочка поет? А, нет, не послышал. Это джаз какой-то играет. О, челик, здорово, мы тебя помним со той серии.
Опа, что такое? Мне кажется, так не должно открываться. Зачем мы ключ брали? Подожди, а мы тут были? О, тут теперь в углу кто-то стоит. Ты что? Блин, вот это дает разработчик. Так, все, теперь надо к лифту, Димас, идти. Точно? Не туда, не туда, сюда, сюда, сюда. Музыка атмосферная, класс. Вот здесь был паук очень здоровый, чувак-паук. Я не знаю, тут вообще такая жопа творится. Так, здесь нормально все. Здесь тоже все хорошо. Ну так, как сказать хорошо? Не сейчас совсем, скример. Конечно. Сейчас будет скример. Не совсем, конечно, хорошо здесь. Не работает калитка. Так. Первый наш тупик. С Димасом надо искать выход. Да сейчас найдем. Так, ну здесь было. Дверей, Димас, нету, поэтому уходим отсюда. Здесь нам точно искать нечего, вообще нечего. Так, так, так. Может, монтировкой? Монтировка? Ящики поломай монтировкой. Нет, она монтировка такая, локпик, типа, открывашка. Это не... Понял. Нельзя им драться, понял? Чисто поржать. Надо какую-то найти дверь, с которой можно будет взаимодействовать. Сейчас найдем, Димончик. Ищи такую дверь. Помнишь, мы какие хорроры сложные проходили? Да. О, вот она, Дима, нашел. Так вот именно, вот она, да. Вот она. А, нет, значит, сейчас найдем. Давай сюда найдем. Сейчас будут скримаки, смотри. Вот это, кстати, стрёмное место. Димон, тут что, купается движухой? Ну зачем? Я бы так не... Еще сидят на стуле и смотрят, как ты купаешься, класс. Что, не работает ничего? Блин. О, я нажал на датчик. Дима, смотри, что здесь творится. О, это ванный деток. Офигеть, пацаны, неожиданно. Это убивает людей здесь? Дима, а найди, я тут жду. Пришло. Офигеть, как громко, ну классно. Здесь может ключик есть? О, челик сидит, смотри. На Wi-Fi, а, я думал, на Wi-Fi играет. А чё он по коленке фигачит? Офигеть, у кого, кстати, ножницами? Дурачок, что ли? Мужик, прекращай, оно больно. Я тебе серьезно говорю, оно... Если бить так ляжку, оно больно будет очень. Димас, да? Да, оно... Кровь будет идти. Да не, пойдем, он какой-то неадекватный. А это не настоящий человек, тоже как манекен. Да, это кукла. Тоже тут хорошо, да, все? Я смотрю за окном, не захожу. Хочу, чтобы тебя напугали. Да не, нормально. То что, все к двери открывать надо? Да, давай откроем, посмотрим. Может, что-то в них будет, какая-то штука интересная. Надо позаходить по-любому, да, во все? Ну, давай зайдем. Так, да, нет. Здесь мы были? Давай были. Сюда. А, вот. Работает вот. Лифт, Димон. А, ключ. Ключик. Есть. Так, челиков этого уже нет, он уже все. А, ногу заштрекал себе, все, пошел гулять. Все, пошел дальше, да. Пошел другим показывать, как он ногу штрекает. Вот, дверь новая открылась. Отлично. Ты чё тут сидишь? Мы тебя помним. Сейчас да, что-то будет, Димон. Дорогу сейчас что-то будет. Смотри, там темно. Смотри, смотри, смотри. Сейчас. Нет, так, ничего. Смотри-ка, кладовая. А? Кто-то сзади был. Коробочки есть. Чё тут, ничего? Карта какой-то страны. Карта мира. Какой. Так, это на улицу? Димас, это на улицу выход. Нам сейчас скоро мы выйдем отсюда. Осталось чуть-чуть. Так, осталось только в кабинет директора зайти, вот он. А почему я первый ползу, я не понял. Ну, видно, так задумано. Может, ты, Димас, хочешь первый? Не-не-не-не-не, я сыкаю. Блин, а сейчас прыгнет мне что-нибудь в лицо. Не прыгнет. Ты меня застраховал? Да, твоя жизнь застрахована. А, блин! Я получу бабки, если ты погибнешь, так что давай. Блин, я не ожидал, что он... Опа, волчары. Давай, Димас, иди сам туда. О, здорово, я тебя знаю. А, он не двигается, я думал, сейчас нападет на меня. Так, что такое, страшно. Я застрял. Так, видать, нам назад надо к этому манекену. Димас, разворачивайся, иди первый. Блин, это жесть, чувак, ты специально... О, ключ появился. О, теперь мы можем идти. Так, я надеюсь, он не напрыгнет на меня? Нет, не сразу, попозже. Должен исчезнуть. Он еще тупелька каких-то. Так, идем. Вообще, как ключ среагировал на то, что мы должны пройти через вентиляцию? Димон, это начало. Так, да, мы в начале. Есть, открыл. А, так оно и открывалось, а. Раньше открывалось. А я рад, это когда классно прошли. И куда я теперь дальше? А, давай сюда. А, может опять до лифта все-таки? Да, все-таки давай до лифта. Да не, это обманка, Димас, обратно. Что-то не работает. Скорее карта всего, помнишь, длинная. Там улицу мы видели. Может, нам уже на улицу пора? Пошли. Давай. Ну, не знаю. Проверять будем. Ну, ладно. Так,
туда. А, блин, а что это такое? Значит, все правильно идем. Все правильно идем. Ты нас видел, какая-то. Не-не-не, я сзади шел. Черная какая-то здоровая, тонкая штука вылезла. Фух, я, наверное, сегодня не высплюсь, наверное. Может, вниз туда надо опять прыгать, нет? Не, подожди, не прыгай никуда. Ты чего? Сейчас прыгнешь, меня сейчас, блин, калашматят. Ну-ка. Не-не-не-не-не, какой туда не надо. Нет. Я думал, может, мы уедем, типа, и конец карты. Тут вы уедем в подвал, потом еще по подвалам будем прыгать от этих. Нормально. Я боюсь. А ну я в школе тут еще похожу. Куда ты пошел? Да все сейчас будет. Выходим, выходим из этого местечка. Все, надо сваливать. Ну нафиг здесь оставаться. Да прикольно, здесь такие монстры классные. Димас, наконец-то свобода. Ребята, вы сбежали из психушки. И что, и все? А что, так просто? А где заставка? Типа мы крутые мужики. Ну, мы крутые, ты просто должен знать, что ты крутой, и все. Нет, нет, нет. Карты так никогда не кончаются. Так, Димас, ты что, тэпайся. Так, тихо, не нажимай пока, не нажимай. Это тебя тэпэхнуло сюда? Да, меня сюда тэпэхнуло, но пока не нажимай. Смотри, тут есть две кнопки. Одна кнопка ресетнет карту, а вторая кнопка что-то взорвет карту. Давай взрываем. Взрываем? Да. Чё? Вот это взрыв! И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!